ты субтильный юноша, актер, стоишь, и к тебе подбегает человек в каске. Это просто бытовуха. Чтобы подмышки не потели. Сейчас был ли мальчик, условно говоря. Вот интересно, это уже манушка. Да. Здравствуй, Владимир Владимирович. Такой налог на роскошь. Вообще пассажиры. Поверишь, есть мотоциклы с подушками безопасности. Двух гаражей мало, и пяти гаражей нам тоже мало. Нам надо побольше. Это я, собственно, женился.